завоевали музыкальный олимп и наши с вами сердца. Здесь я, кстати, тот факт, что альбомы этой группы, за исключением, кстати, последнего, его переводили на испанский язык. Да, знаете? Си-си, сеньор, иди поговори в микрофон, си-си, говорит, сеньор, испаньола. Подходи, подходи сюда. Пластинки для Испании, Венесуэлы, Аргентины публиковались с названием песен, как бы так все просто. И поэтому продолжаем. Продолжение нашего фестиваля. Секунды, секунды. Франца, я хочу сказать о том, что вы покупаете на эту сцену. Артист уже не просто невероятное количество по всему миру сердец завоевали. Иной просто легенда. Дайте знать, что вы их ждете. Я вам предлагаю, так как все, что связано со вспышкой, включить сейчас вспышку ваших телефонов, которая будет означать вспышку ваших сердец. Непременно. Ждем, ждем вспышку. Ну что же, я передаю слово. Thank you.
So this night you're gonna sing with us, okay? The sun, you know, we have this weather tonight. Everything was broken, but here we are, and you are there. It's brilliant. Thank you.
Kojima! Did you hear anything? Because, you know, this system is it's kaput, but we're doing our best. Are you hearing the songs? Are you happy? Are you happy? Yes. Are you happy? Kojima, it's very nice to be here. It's nice to have you here. And, well, we'll see what's happening next. Do you want to hear some? Thank you.
Are you guys having a good time? No. Are you guys having a good time? So, how about you? Thank you.
Thank you.
We